Всем большой привет! Мы снова открываем посылочки из Китая, которые пришли моей сестре сегодня. С пылу с жару мы сразу же снимаем их. Это у нас похоже на женскую блузку, да. Синяя с розочком, размер L. Это кому? Паша. Угу. Вот такая пуговичка с пуговками. Патик завязывается. Ага. Супатная застежка. Ну, просто синяя, да? Блузочка синяя с бежевой отделкой с такой. Понятно. Так, следующая посылка, наверное, да? Еще не скинуть? Вот сзади тоже, да? Защипы или как они называются? Фоточки. Ну как качество? Пока без дырок. Нормально, нитки торчат. Все нормально, нитки торчат, как обычно. Что, пока на паузу ставить? Так, еще одна посылочка. Вот здесь должны быть шапки, две штуки. Детские. Красная и белая. А, я видела уже такие шапочки, да. Белая шапочка. Да, надо собраться все-таки. Да. Вот такая вот шапочка под панду. Снизу утеплитель, а тоненькая шапочка. Частная сеть очень хорошо. Да, нитка торчит. Красненькая такая же, смешная. А, хорошенькие шапочки. Зачет посылочку. Это супер упакованные очки. А, модные очечки. Очечи. Красивые. Да. Поспешила я нажать запись, кажется. Их китаец супер упаковал. Пакет еще посыпала. А, еще один запасной пакет, да. Лучше бы он очечник положил. Вот такие очки. Ну, нормальные, простые пластмассовые очки. Нормально? Да, сильно. Так что-то вот непосредственно. Ну, ничего, наверное. Штаны должны так, как бы не вытащить пол. Пол штанов не вытащить. Одну штанину, если только. Наконец-то сначала пришло... января заказанные пришли мои теплые штанушки. Как раз сейчас гулять можно. Вообще все, не фокусы у меня, подожди-ка. Вот так, так. Это они с одной стороны такие, да? А с другой тоже такие. Просто такие же по бокам. Лампасы только, да, по бокам сделаны. Ну, прикольные штаны вообще. Сейчас я их померяю. Да, сейчас на тебе еще их снимем. Как у них внутри? Тоже такая же ткань, что ли? Да, да, тоже такая же. Между ними синтепончик. Да, угу. Вот такие вот штанишки. 46 размер, заказывали размер 2XXL, 2XL. А, рост 160 с чем-то, да? 162, да, 163 примерно. Вот они как раз впритык на этот рост. Можно даже чуть-чуть было побольше, но в принципе с какими-нибудь зимними ботинками так нормально будет. Вот. Естественно, они полнят. Но зимой это будет в принципе ничего. Как раз самое то, хорошо будет тепло ходить зимой. В следующей зимы, правда, еще дожить. Ну, на этом у нас все. Всем всего хорошего. Пока-пока.